Закусочный пирог с сырным соусом – отличное блюдо. Хрустящее тесто с начинкой из ветчины и шпината под сырным соусом, и получается вкуснейший пирог. Быстро и легко приготовить, а вкус отличный. Закусочный пирог с сырным соусом получается просто фантастическим. Простой рецепт, а вкус изумительный. Итак, как приготовить такой пирог? Достаточно легко. Я беру уже готовое слоеное тесто, вы можете сделать его самостоятельно. Ветчина придает интересный аромат дымка, шпинат – свежесть, а сырный соус задает тон всему блюду. Попробуйте этот рецепт, наслаждайтесь каждым кусочком. Тесто разморозьте при комнатной температуре. Уложите лист теста в форму, плотно прижимая пальцами, чтобы все равномерно распределилось. Ветчину нарежьте небольшими кусочками и распределите по тесту равномерным слоем. Лук почистите и мелко порубите. Добавьте к ветчине. Шпинат промойте и всыпьте поверх ветчины с луком. Сыр натрите на терке. Половину сыра оставьте, а во вторую половину добавьте сливки, яйца, соль и перец. Хорошо все перемешайте. Оставшийся натертый сыр выложите поверх шпината и залейте соусом.